Едем из Алании, мы на рынке Воба, понедельник, последний день лета, 31 августа. Я уже кучу видосиков сделал с вещевого рынка, а сейчас мы идем на овощи, фрукты, вот наших раба, наших мужиков покажем сейчас и пойдем смотреть цены на овощи, фрукты. Как ты, ля? Нормально. Нормально. Приходите к ним. Много пола, свитерочки, привет. Всех их уже знаете, кто с того года смотрит. Короче, я вещевого рынка, люди сделал. Очень хорошо, очень хорошо. Очень жарко только. Очень жарко. Сделал вещевое видео, у меня уже снято как минимум полчаса. В нескольких частях оно все выйдет на протяжении понедельника, вторника. Не пропустите. А сейчас идем смотреть цены на овощи, фрукты. Давайте немножко с той стороны пройдем. Слива 4. Яблочки 5, слива 5, большой урожай яблок сейчас, но цена 5 лир все-таки. Дыня вот такая, кило 2,50, и пахнет запах апельсина. Классный такой. Арбузы лира 50, дыня 7 лир штука. Эта штука 5 лир кило. 7 лир персик, персик что-то дороже стал. Кило 10 лир апельсинки с этого сезона. Закрываю музыку. Музыка повсюду, поэтому возвращаюсь в тот ряд, иду, возвращаюсь. Раба. 6 лир персик. Нормально. Туристы есть? Есть. Реклама YouTube. Придут, придут больше. Приходите к парню. Персики, нектарины у него. Итак, продолжаем. Инжир вот у парня 12 лир кило, оказывается. Вот это не коробочка, а кило 12 лир. Инжир этот шикарный просто. Клубника, вот она, 12 лир. Но, во-первых, много туристов, а во-вторых, сейчас клубники не совсем сезон. Блин, солнце в глаза, вообще ничего не вижу. Черешня, черешня пока без цены, но сейчас дальше посмотрим. Ой. Это люди апокалипсис. Вот пройти полчаса по берегу, пройти полчаса по рынку, это просто не каждый выдержит. Я просто вот уже не в состоянии передвигаться, даже надо быстро на море идти. Пройдем, интересно, почему клубника. Это уже увидели в одном месте. Сейчас еще посмотрим черешню, интересно увидеть. Вот инжир, красавчик какой вообще. Виноград по 7, по 5. Нектарин 10, персик 8. Грушка вот такая вот вкусная, сладенькая, по 5 лир. Красавица, по 10 клубника, вы видите. Есть ежевика, есть папайя, есть авокадо этого сезона. Есть кактус, есть питахайя, есть... Персик по хорошей цене 4 лиры. И даже по 2 есть персик, вот, который надо купить, и есть сразу по 2 лиры всего лишь. Фух, ветерок подул, легче стало. 8, 10 штука. Там эта штука, напоминаю. И 25 тоже штука. 60 лир манго местная. Видите, манго, это здесь экзотика, но они пытаются их выращивать, так что вот даже манго из Газипаши, или откуда он там местный. Виноград 6. Наши друзья. Раба. Подходим, подходим, подходим. Ой, они в тенечке, ветерочек дует. Так хорошо, все, я паркуюсь здесь. Шептали бештера, шептали бештера. Шептали бешта, это персик 5, яблоки у них тоже 5. Тоже дешевые. Тоже дешевые. Есть черешня. Черешня, по-моему, по 10. Сейчас подойду ближе к черешне. Сейчас постою, подышу. У наших пацанов всегда все самое вкусное, самое свежее. Сейчас посмотрим, почем черешня. Ики кило 5 лира, по 2,50 даже яблоки. Ики кило 5 лира, доллар. 2 кило 5 лира. 2 кило 5 лира, вообще супер. Давай мне 2 кило 5 лира, я согласен. 3 кило 10 лир, короче, черешня. 3 кило 10 лир. Слива, слива по 3 штуки. Боже, это грецкий орех, смотрите какого размера.
Ну, то есть он как куриное яйцо, чтобы вы поняли, если вам плохо видно, плохо понятно. Вот грецкий орех. Как яйцо. Ermenek'ten 2 kilo 5 liraya elmalar, armutlar, erikler. Acayip tatlı abi. Dayanamazsın bakın neresi. Çirişin уже последнего, ведь оно уже как бы заканчивается. 3 kilo 10 lir. Ну там перебрать ее надо немножко сухой. В принципе, кто приезжает, черешню поесть можете, конечно. Сезон финиш 5 lira. 5. А слива это по 3? Али, кираз 3 кило, Андрей, кираз 3 кило, 2 кило, 5 кило. Тоже 2 кило, 5 лир. 3 кило, кираз 1 лир. Боже, он сейчас голос потеряет. 3 кило, 1 лир. Это мои, да? Бесплатно. Мои? Беним. Я сейчас пройдусь и приду тоже. 2 кило мне. Лимоны 5 лир. Наград 4 и 2. Вот такой авокадо, 5 лир штука. Сейчас немножко пройдусь. Вот черешня по 5. Желтая по 5. Желтая 5 и это 5. Вот она посимпатичнее выглядит. Хорошая цена. Так что за черешней идите сразу, потому что сезонная заканчивается. Черешня последняя. Ой, боже, как же сложно еще и в маске. На перске совершенно разная цена. Вы видите, можно сказать, от 2 лир до 10. Абсолютно разная. Наша овощная мафия. Что-то наших пацанов нету. Самых известных. О, у них сегодня помидоры даже есть. Перец у них сегодня есть. Помидоры 3 кило. 3 кило 5 лир. Перец капи. Сладости, цены, как я показывал в том месяце, по-моему. Сейчас дойдем до нашего любимого дедушки с орешками. Вернее, не дедушки, а мужчины в рассвете сил, который все ждет жену, никак не дождется. В общем, инжир 12 лир кило. Может, где-то есть подешевле, но что-то инжира, честно говоря, мало вижу. Мало также клубники и черешни, поэтому черешню спешите успеть, потому что может ее не стать просто в ближайшие дни. Красавцы арбузы. Наш человек с орешками. Занят, он работает. Сушеная хурма. Или не хурма, я уже это торможу на солнце. Вот он, наш лучший продавец. Не будем его отвлекать. У него приезжие покупают. Хорошую покупку делаем. В среднем вот цены на орехи, допустим, ну я с Украины могу сравнивать по прошлому году, в два раза как минимум дешевле, а то и в 2,5, а то и в 3. Вот ежевика, вы видите, 10 лир вот такой вот стоит. Ежевики, инжир шикарный, смотрите, какой большой. Еще красавчик, просто инжир. Ежевика пошла, смотрю, как-то ее мало было, сейчас вот... Перец капи 5. Персик 7. 10 лир пакет. Здесь вот такой там грамм 600-700, я думаю, инжир. Шесть штук 10 лир. Кукуруза. Что-то они варят кукурузу, может, из-за того, что сильно жарко. Я не знаю. Привет. Ладно. Сколько?
10 лира. 10. Пакет было комплект. 50 лир такое. Все, люди, у меня ресурс мой исчерпывается просто. Не дай бой до 10 минут, потому что еще надо что себе купить. Там домой поставить видео, грузиться, идти на море. Сил просто нет. Сейчас приду в душ, сразу пойду, потому что просто падаю. Друг, куда сеники? Друг, 2 кило 5 лир. И сливы. Сливы тоже 2 кило 5 лир. Бум. А давай и то, можно, да? Пополам. Сливки тоже. Черешенька желтенькая. Попадает последняя бедняжка. Кизила хочется, я привык к кизилу. Так, что здесь у них с черного хода смотрим. Тоже черешня есть. Людей много на рынке, скоро уже вечерний рынок начнется. Все, люди, прощаюсь с вами. Это был рынок в Оба районе. Понедельник. Напоминаю, что очень много видео вас ждет сегодня. Все, пока. Приходите к ним обязательно и привет передавайте. 2 кило 5 лир, 2 кило 5 лир.